С вами снова я, Black Falcon. На прошлой неделе, к сожалению, видео не было, потому что я немного приболел. Да и на уроке, если честно, был очень большой завал. Я приезжал очень поздно, и видео не успевал снимать. На этой неделе я просто не могу вас оставить без видео, дорогие подписчики. Из-за этого я буду снимать. Сегодня в игре Final Champion я буду моделировать поединок, который будет 14 июля, а именно поединок между Иваном Баванчиком и Кимоном Шимитом. Это будет интересный поединок, бой двух проспектов. Сам сидит сейчас на шоу тоже Баванчика. Я думаю, он победит решением судей в этом 8-раундовом поединке. Но если преимущество Баванчика будет минимально, то судей вполне могут отдать победу и Шимиту. Думаю, нас ждет очень интересный поединок. Также прошу подписываться ваш на мой канал, ставить большие пальцы вверх и писать комментарии. Мне честно, приятно читать ваши комментарии. Это дает мне знать, что все это я делаю не шля. На рынке выходит Иван Шевель Баланчик. 16 поединков, 16 побед. Еще этих 16 побед 10 были одержаны досрочно и ни одного поражения. Look at his focus as he makes that walk that so many fighters dread. But he makes that walk down to the ring just so very alert. Его оппонент Кинан Киллер Шмидт. 11 боев, 11 побед. Из этих 11 побед 5 были одержаны нокаутом. И ни одного поражения. Бой двух непобежденных боксеров. У кого-то список будет обязательно испорчен. А может быть даже и сразу у обоих, потому что, возможно, ничья. Okay, guys, we went over the rules in the dressing room. Let's touch gloves. Первый раунд, погнали. Баланчик сразу пошел вперед. Легко попал Шмидта. Неплохо сейчас Баланчик встретил. Неплохой кухар Баланчика, Шмидт отвечает. Снова удал от Баланчика. Before the bell even rings, he's jumping out of his shoes. He's waiting for something to come quick. So you let him think it's coming, he's going to react to it. Какой удар от Шмидта? There was a baseball up around. He called that a strikeout by Schmidt. Really on the mark. Пока Шмидт его почти по уши. Баланчик помахивается. The killer's missing the mark by a mile. That just was nowhere to be found. Снова Баланчик не попадает по шее. И входит удар от Баланчика. Шмидт отвечает. А он сейчас вот Баланчик не попадает на следующего. Шмидт пока что еще повыше. Он хоть его выстрелил, но его удары точнее. Легко дал от Баланчика еще один. Легко подход. А вот Шмидт подходит Баланчика. Посмотрим, что будет дальше. Добить ему пока не удается, но первый раунд проходит пока что под диктовку Кинана Шмидта.
Неплохая комбинация с баллончика. Что ж, Шумет отвечает. Очень интересный бой мы с вами наблюдаем пока что. They're gonna break the punch stat computer. Well, they're trying to break more than that. They're trying to break each other's will. A well-placed left hand. Надо баллончику по-клишечке все подошить. Хорош, Иван Баллончик подошел, очень много помахивает. Какой удар, Шмидта? Саш первый раунд завершен, он походит под диктовку Кинана Шмидта. И после первого раунда Шмидт ведет со счетом 10-9. You're not winning this fight, okay? You're not winning. You're speeding. I need you to throw more than one punch out there, okay? Well, he got a lucky punch in that last round. He did do some damage, but now he's right back where he wants to be, fresh and ready to start this round. I don't take lightly when a guy gets stopped, but you know what, he's more embarrassed than he was hurt. Good defensive skill with the block by Smith. Oh, he took some damage, but he gave some back with the right hand. Неплохо. В этом раунде пока что Баванчик неплохо начал. Шмидт пока что только защищается. Иногда удар на встречу. Неплохо. Неплохой удар от Шмидта. Неплохо от Шмидта еще раз. Баванчик отвечает. Good solid overhand left. Smith's defense is now serving him well. Nice job blocking that punch. The killer's being very patient here, but it's with a plan in mind. Yeah, it is with a plan in mind. Ну, в этом уровне все-таки Иван Баланчик смог сполучить своего оппонента. He's trying to lure his opponent into a mistake. Коль удал Смита, а вот сейчас и Баланчик неплохо попадает. Смит вот очень неплохо. Очень интересный и близкий бой мы с вами наблюдаем. Неплохой удал от Баланчика. Teddy, among the things that we're going to key in on here early on in this fight is the ability to go to the body. Very important, because what it does is stops the ability of your opponent to defend the headshot. Takes one to get one, he comes back with a right hand. Какой удар очень это? Иванчик отвечает. Какой удар от Шмидта? Еще один. Баланчик помкнул еще. И какой подход от Баланчика? Ten seconds remaining in this round.
The killer's doing exactly what you Такой хук от баланчика в концовке раунда. Лаунджер ушел, он за баланчиком. 19-19 после двух раундов. You know, it helps, I know it helps me with the broadcast to know that you have these passionate fans that are around. To make it along. Смит сразу пошел в атаку, видно, что он выглядит немного повыносливее. Вернее, у него больше чего осталось. Так что он боксовый уже немного устали, но лечили. Неплохой попадает Смита. А вот Смит подставляет баланчика. И точным пухом в челюсть отправляет его в нокдаун. Баланчик сейчас от 5, но Смит уже имеет преимущество в одно очко. Даже при начальном счете. Наш Смит работает пока что вторым номером. Неплохой попад от Смита. Ванчик отвечает. Но Смит реально выглядит посвежее своего оппонента. Неплохой прямой от Смита. Неплохой хук. Исполнение кинул на Смита. Неплохой хук по корпусу в исполнении Ивана Баванчика. Интересный бой. Ничего не скажешь. Неплохой попад от Шмита. А вот уже Баванчик под Шмита. Посмотрим, что будет дальше. Но Шмиту удается спастись пока что. Смит очень успешно работает вторым номером. And now he brings the left hand upstairs. Not hitting his mark upstairs. He gets hit, but he gives it right back. Jump on him right now. Что ж, Шмидт забывает отвалить себя в актив. Третий раунд завершен, он за киллером, и после трех раундов Шмидт ведет со счетом 29-27. Stay away from the power hands, okay? Keep circling away from that power hand. I need you to keep moving side to side, all right? Keep moving. Now don't let him get that power shot off, all right? Now listen, you need to keep moving out there. А у Нексана Шмидт Шмид также ведет со счетом 29-27. Только первый раунд он удал Баланчику, а второй третий Шмидту. Что ж, а у нашего временем четвертый раунд. Погнали. Неплохое попадание от Баланчика. Неплохое попадание от Баланчика.
But we saw what happened in the last round. He was knocked down in that last round. Все, Дан Смит сейчас пишет шубок. А вот Смит попал. Сколько Дан Смит обаванчик отвечает? Он боксер полкнул здесь. Видно, что его боксер устали и решил немного поэкономнее, чем в начальных раундах. Неплохое попадание от обаванчика. Баланчик или ничего. И какое попадание чего-то. Еще одно неплохое попадание от Смита. Это вот лавный набудовочек качеля. Неплохой хук от Смита. Неплохой попадание от Смита. Smith's making for a very frustrating round now for his opponent because he's moving so much. He's really utilizing that ring and showing that he's got the better footwork. Yeah, he's doing what the old timers would say, Joe. He's giving angles, keeping his opponent off balance. His opponent is strong, but he needs to be set to punch. He's making sure he doesn't allow him to get set. Doesn't give him that kind of landscape. Какое попадание от баванчика? Неплохо лишь вот кинул Смит. Смит ключует. Неплохо боксер сейчас обменяешь раунд. Четвертый раунд завершен. Он за Смитом. И после первой половины поединка Смит ведет все шоком. 39-36. You know, the judges get mesmerized a little bit here, too. You know, it's a real close fight, and you kind of forgot where the separation was. And whoever grabs the last part of the round, that's who you remember. It's very important in this kind of fight, finish up good at the end of the round. Пятый раунд. You know, many times we talk about the fact that, hey, at least he's throwing. Какой план у Смита? No, they're being blocked or they're missing. They're definitely not landing clean, and you have to give credit to the other fighter being that good defensively. Что Смит действует получше своего оппонента. И что шансов выдаливания на победу у Ивана Баванчика становится не так уж и много. Какое было не от Смита? Plenty of time to work here in round number five. Minute and a half to go.
Еще одно неплохое попадание Павлочка. Smith's making this like artwork here. I mean, his defense is just a masterpiece. Well, that's the way it's supposed to be, actually. You know, the sweet size. It's not supposed to be about going in there and eating punches. It's supposed to be about going in there avoiding punches. You know, finding a way to hit your opponent without hitting you. Что ж, это вам пока что дорожного баланчика. Баланчик получил. Попытаем чего-то. Баланчик получает. Баланчик получил. А в общем это уже перешел к активным действиям. Очень волновал. Coming to the end of round number five, last 10 seconds. Что ж, волновал, думаю, хорошо откинулся, все-таки раунд за баланчиком. После 5 раундов Смит уведет, что же там, шовок 8, шовок 6. Needs to shorten them up. Beautiful. I want another round exactly like that. This is your fight, all right? You're in complete control of this fight. Nice work. He's hurt. Now he needs to jump on him. Шестой раунд. Ваш второй пошел вот так, Смит счет. Не в какой на чему-то. Just look at the way he is right now, Teddy. The beast одно. Is breathing right through his mouth. His mouth's wide open. That's a telltale sign. Yeah, he's set. I mean, we know what he can't do now. It looks like he can't really throw punches. You know, he can't do the pace. What else can he do? He can grab on. He can hold. He can get time off the clock. Smith's in a good rhythm defensively here. Teddy, what is that, a credit to his ability to anticipate? You know, also, it's the teaching. Let's give the trainers credit. Of course, let's give his background of the amateurs credit. But he learned how to get away from punches. This is a that was taught to him. Oh, he's got something for him himself, and it's a left hand. И ну что, боксер уже устали. Неплохое питание от баланчика. Еще одно. Пока что в этом раунде баланчик смотрится повыше. Halfway through round six. Пока что боксеры не попадают под дочку этого раунда, неплохое попадание, чем это. What a great job! He gave one right back in return. Nice work by Schmidt. The killer's really doing a fine job here, Teddy. I know everybody falls in love with the clean, effective punching, but you can make an argument that he's controlling this fight right now thanks to his head movement. Yeah, you know, it makes me think about that legendary story about the old great Willie Pep, the Will of the Wisp. There was a legend that he actually won a round without throwing a punch, international just by making his opponent miss, just by ring generalship. Попадание на баланчика. Final 10 seconds of the sixth round. Just like that. Just like
Что ж, думаю, этот раунд уже баланчиком. И после 6 раундов Смит ведется, что 56. Седьмой раунд. Now we're underway in what has been a completely one-sided fight. You get the sense this one may not go the distance. Смит неплохо начинает этот раунд. The beast's in a cycle right now that's not paying off. Никакой пуля на Смита. He has been busy. Yes, he's committed to trying to be on the attack. Банчик отвечает. But not enough of these punches are landing. Now, I would not call this guy in, from what I've seen, to paint my house. Because, I mean, this guy looks like he's got some speedy boards. I mean, he's just throwing stuff in there, like you said. And it's just, it's not making the picture you want to see. It's not accurate. It's not effective. Еще одно попадание Смита. Думаю, уже на кого-то мы дадим его не уволят. Баланчик кринчует. Упакуй пытание от баланчика, еще одну. Чем это отвечает? А вот после великолепного пытания от баланчика. Он начинает спрашивать, этот казалось, должен лежать для него поединок. После 4-го раунда, когда Лима Смита было просто катастрофическим. Какое пытание Смита? Баланчик отвечает. Ну, какое пытание баланчика? Еще одно. Неплохо сортовал Смит. Что ж, седьмой раунд уже вошел, и перед заключительным 8 раундом мы имеем еще что там 66-66, все лишь это последний раунд. Но баланчик Лена начинает спасать этот поединок, который казалось, он уже проиграл. И девушка с улыбкой уведомляет нас о том, что сейчас будет последний, заключительный 8 раунд. Он не сам себе счет в пользу Смита 69-63, все раунды он до 8 минут, что ладно. А у нас сегодня у меня последний заключительный 8-й раунд. И какое попадание от баланчика? You know, he wouldn't have had to throw so many punches to get the respect, keep his opponent in his place, but he has to work awful hard to get these rounds, and you're starting to see the wear and tear of that. Какое пытание у Смита? Еще одно.
матч получает. Keeps his hands up defensively, protecting the head. Не попадает чем-то. Ладно, ладно. Но пока что Шрек, я думаю, что он похож небольшим ему преимуществом Шевеля. Good looking right hand after he got hit. Неплохо попадает сейчас баланчик. И он своего боксера уже устали. Что ж, может быть, начинается с пятого раунда, бой походит с небольшим преимуществом Ивана Баланчика. Пока что боксер попадает только в блок. По крайней мере, в последнее время. Легко обмен только что был. Потом больше преуспел Иван Баланчик. Last minute of this last round. Try to go downstairs, but off target. The beast's whiff in there. A big wide sweeping shot. Perfect to counter against. Yes, it is, and you know it's only a matter of time. You know, that goes into the old computer, the old brain where the guy goes. And the next time he's gonna capitalize on it. That is a big right hand after eating one himself. Главный, конечно, поединок. Очень близкий и главный бой. Они могут отдать победу как тому, так и другому боксеру. А вот Чмидт пытается жевать кроссовку главного. И в какой-то момент Чмидта, и ему это кажется куда дольше. А если он сейчас кроссовку заберет, то он с ней заберет и ваун. Ждем шведского лишения. What are these judges? They go another direction with this. I want that picture up on a poster. Ждем шведского лишения. Yes, sir. И руку поднимают, кинул Шмидту. Что ж, бой был главный, но больше повезло Шмидту. И таким образом, победу этим классным шведским лишением одерживает Кинан Килдел Шмидт. Я вот это лето, что я вышел на счет 78-73 Фонда Шмидта, а того, что я 77-74 Фонда Шмидта. Первый это лето, что я отдал Баланчику только первый и восьмой раунд, остальные Шмидта, того, что я отдал первый, седьмой и восьмой раунд Баланчику. Что ж, смотрим статистику боя. Иван Баланчик по 238 ударов и 669. Кинан Шмидт 220 и 702. У Баланчика 124 и 427 в голову и 120 в голову. У Шмидта 139 и 485 в голову и 81 и 218 в корпус. По раундам. Первый шовых 30 Баланчик, второй 38-29 Баланчик, третий 36-30 Шмидт. И еще нокдауна тоже Шмидт. Четвертый 27-20 Шмидт. Пятый 35-25 Шмидт. Шестой 25-16 Баланчик. Седьмой 27-22 Баланчик. И восьмой 33-25 Баланчик. Тоже Баланчик, если по статистику дал выиграл 5 раундов, еще должен быть 76-75 именно в его пользу. Что ж, посмотрим, каким будет итог будет 14 июля. На этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой палец вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. В общем, проявляйте активность. Мне приятно за этим следить. На этом все. До скорого.